Молочный завод «Устюг Молоко» предлагает сливочное масло, которое производится только из натуральных сливок. Содержит витамины А и Д, имеет добровольный сертификат «Настоящий вологодский продукт». Спрашивайте в магазинах города. 12 октября в Великом Устюге ожидается ночью пасмурная погода, температура воздуха плюс 3-4 градуса, ветер южный 2 метра в секунду. Днем ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 7-9 градусов тепла, ветер южный 5 метров в секунду. Они притягивают, они завораживают, подарки, о которых можно только мечтать. В ювелирном салоне «Орнамент» обширный ассортимент изделий из золота и серебра, авторские иконы ручной работы, часы фирмы «Ника». Выбирайте украшения с легкостью в салоне «Орнамент», Советский проспект, 56А.